Женя еще не думала, какой будет ее будущая квартира, но точно знает, что ремонт в ней сделает сама. Выпускница детского дома в свои 16 научилась грунтовать, красить стены и обои. А главное, делать это быстро и бюджетно. Помогает ей в этом участие в социальном проекте по реддизайну гостевых апартаментов, где выпускники детских домов создают жилой объект с нуля. Покрасили плитку в ванной и в туалете, покрасили стены в зале, покрасили окна и двери. И очищаем полы вот от краски, которая капает. Порядка 10 выпускников детского дома «Гнездышко» готовят однокомнатную квартиру для туристов Ульяновска в одном из домов на Университетской набережной. Создают новый интерьер на объекте ребята по очереди. Кто-то занят покупкой материалов, кто-то в это время делает ремонт, а остальные уже ищут потенциальных клиентов для дальнейшей аренды помещения. На каждом этапе с ребятами всегда находятся наставники и главный организатор проекта Ольга Скотникова. С мальчишками и девчонками из «Гнездышка» она дружит давно. Мы привлекаем социальных инвесторов, это люди, которые готовы помочь нам своими ресурсами, а также именно какими-то своими товарами для создания красивых гостевых апартаментов. И на сегодняшний день у нас уже порядка 10 социальных инвесторов. Готовят ребята жилой объект с конца апреля. Работают по 3 часа в сутки после занятий в колледже и факультативов. За свой труд получают денежное вознаграждение. Однако, со слов участников проекта, это лишь приятный бонус, а не главная мотивация. Почему согласился? Ну, просто опыта набраться. Так, интересно. Плюс я здесь не один. Если был бы один, конечно, был бы очень скучно. А мы здесь не одни, мы здесь каждый раз общаемся. Это тоже плюс. Социальный проект «Подарок судьбы» пилотный, но организаторы и сами участники не намерены останавливаться. Программа «Минимум» обустроит 3 таких жилых объекта в Ульяновске. Рената Люлова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.